18 апреля на конференции трудового коллектива «Смоленск АЭС» подведены итоги выполнения коллективного договора за 2018 год. Интересы работников, обсуждений документа, регулирующего социально-трудовые отношения на предприятии, представляли 235 делегатов. Как отметил директор «Смоленск АЭС» Павел Лубенский, со стороны работодателя все обязательства и условия коллективного договора в 2018 году выполнены в полном объеме. В числе важных задач на 2019 год – выполнение утвержденного задания ФАС по выработке электроэнергии, получение лицензии на дополнительный срок эксплуатации ядерной установки энергоблока номер 3, проведение ремонтов энергоблоков с выполнением целевых показателей по сокращению их продолжительности, начало загрузки кобальтовых поглотителей на энергоблоке номер 3, проведение в сентябре повторной партнерской проверки, участие «Смоленск АЭС» в двух крупномасштабных учениях. По словам председателя профсоюза САЭС Юрия Кузнецова, профсоюзная организация и коллектив свои обязательства по коллективному договору за 2018 год выполнили. Единогласно делегаты признали выполнение коллективного договора за 2018 год удовлетворительным.